Складається кримінальне провадження внесено до реєстру за номером 120-151-62-5038. Значить, суддівський номер 521 КП 519-16, номер справи 519-16К. Відносно Жуковського Едуарда Вікторовича. За вчинення кримінального правопорушення прибрати частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Хто з'явився? Явка, будь ласка, секретар. Судове засідання з'явилося прокурор В'яткіна Світлана Павловна. Посвідчення ООТ номер 0825-23 здійснено до 10.10.2017 року. Також судове засідання з'явився потерпілий Євсков Олександр Олександрович. З'явилася захисник обвинуваченого Балашова Оксана Васильівна. Ольга Васильівна. Сам обвинувачений Жуковський Едуард Вікторович не був доставлений до Южного міського суду. До суду надійшов рапорт, де не предоставляється можливим доставити обвинувачено Жуковського до суду в зв'язку з тим, що конвойний автомобіль номер ВАЗ-2104 зламався в дорозі та на даний час знаходиться на ремонті. Даний рапорт та супровідний лист надається. Судове засідання не з'явився представник Маркалов, вже потерпілого є. Також судове засідання з'явилися свідки Береговий, Ковчин та Кирпан. Зрозуміло. Що прокурор? За даних обставин, оскільки обвинувачений не був доставлений, вважаємо неможливим продовжити судове слухання вказаного кримінального провадження. Так, що захисник скаже? Вважаю неможливим. Потерпілий. Підтримуємо прокурора. Також ваші підтримують прокурора. Да. На жаль. Наша поліція не доставила. Вказують в своєму рапорті, що конвойний автомобіль зламався під час руху до СІЗО АСІ-21. При таких обставинах суд ухвалює, ми не можемо розпочати слухати справу. Приносимо розгляд. Належним чином повідомляю сторони. Ще раз виносимо вимогу, щоб нам належним чином доставили обвинувачення до суду, вказано суду годину і час. Я називаюся на суд. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ситуація, говорять, що поламався конвойний автомобіль, тому поліція не в стані доставити подсудимого в суд. Судебное заседание переносится на 19 февраля. Сьогодні захисник сказала, що вона хоче зробити клопотання про відвід судів. Як ви вважаєте, у зв'язку з чим це може бути? Ну, скоріше всього, розуміє, що буде суровий приговор, справедливий, я вважаю. Вот. Знаете, все время, что мы пытаемся добиться правды, они мотают нам кишки, пытаются всякими правдами, неправдами то перенести судебное заседание, то как-то его затянуть, то запутать следствие. Очень много лжи с той стороны. Будут мотать кишки дальше. Как вы вважаете, справа может перенести в Одесский суд, чи все ж таки в Южном будет розгляд? Не могу оценивать эту ситуацию. Не знаю. Я думаю, что будет все-таки в Южном. Из Одессы вернулись сюда. Дело в Южинский суд. Наверное, будет здесь. Скажите, какое решение вы считаете было бы справедливым по отношению к этому человеку? Есть уголовно-процессуальный кодекс. Не знаю, там от 3 до 6 по 286 часть 2. Там суд будет решать. Мне не принципиально, там 10 лет, 6 лет, 3 года. Мне принципиально довести это дело до суда и посадить его. На год пусть. Я так понимаю, что он через год, наверное, выйдет. Вот. Но не на поруки и не на такое наплевательское отношение. Я сбил ребенка. Сейчас мы тебя на поруки заберем, не переживай. Вот это больше всего бесит. Ну и со стороны
Жуковского никакого раскаяния, ничего. Сожаление о том, что вляпался в ситуацию, это есть. А раскаяние совершенно не вижу. Ни извинений никаких. Ну. Адвокат на прошлом заседании говорил о том, что якобы родственники Жуковского обращались к вам и к Ладе в отношении того, как они могут помочь, посодействовать. Первые дни, пока Артем был в реанимации, приехал военный прокурор. Они говорили, что мы поможем, мы там горы свернем, все сделаем. Вот. Потом после этого в течение 2 месяцев приблизительно не было ни звука с их стороны вообще, ни предложения помощи, вообще никаких ни звонков, ничего не было. Тишина гробовая. После того, как они наняли адвоката, начались звонки с предложениями как-то морально, не морально, а материально компенсировать потери. Вот. Но это уже работа адвоката, естественно. Платите деньги, давайте как-то будем из ситуации выходить. Это все понимают. Такое отношение. Спасибо. Пожалуйста. Судья, им просто нужен повод для того, чтобы уйти из Южного, чтобы суд не был в Южном. Это первое. И второе, то, что сегодня все суды затягиваются из-за того, что есть такой закон, что если человек сидит в СИЗО, то когда ему оглашается приговор, то его срок уменьшается, поскольку 1:2 тогда считается, сколько человек в СИЗО просидел. Поэтому это, как, на мой взгляд, это вторая часть вопроса. То есть адвокат как бы пытается сократить срок своему подзащитному. То, что он должен сидеть, это однозначно все прекрасно понимают, потому что погиб ребенок, погиб замечательный ребенок. Вот. А чтобы как-то ослабить этот приговор, вот они так и играют. Сегодня они уйти из Южного, потом, когда придут в другой город, они там что-то еще новое придумают, какие-то найдут связи, может семейные, может дружеские, может еще. И таким образом оттягивается решение суда, точнее приговор суда. Поэтому, на мой взгляд, это для семьи это очень плохо. Потому что это бесконечные суды, которые тянутся годами. Это вообще у нас в Украине суды тянутся. А суд, когда со смертельным исходом, да еще с ребенком, это просто не по-человечески. Так уже, як так взагалі може бути, щоб конвой, машина конвою зламалася, і це якось їм на руку зіграло також, що ще... Ви знаєте, ну, говоря о технике, которой располагает наша полиция сегодняшняя, вполне возможно поверить, что этот транспорт поломался. Но я уже не думаю, что совершенно нет возможности провести замену. Ну, ни одна же машина в Одесском крае, правда? Если бы решался вопрос о том, что надо доставить, то если бы захотели, то доставили бы. Видно, не так уж и хотели этого. Вот и все. Дякую.